Сегодня финал проекта «Преображение». Мы находимся в кафе «Делив». И именно здесь родственники Зои поддержат ее. И мы посмотрим, как она преобразилась. Очень сильно болели за нее, переживали. Вот. Видим результат. Нам все нравится. Надеюсь, будет все только улучшаться. У нас сегодня вышло такое декольте, у нее каблук, локоны. Я вижу, что она вот стала уже такой девушкой прям. Я за нее просто очень переживаю, за ее будущее. То, что она сейчас накрасилась, такая вся веселая, это все замечательно. Хочу, чтобы она сохранила эти эмоции дальше, не падала духом. Все возможно изменить в своей жизни. И надеюсь, что она поменяет свою жизнь и останется такой же красоткой, как сегодня. Я очень рада, что существуют такие проекты, чтобы молодежь наша как бы утверждала себя. И была уверена в том, что они действительно красивые. Вот, элегантный. Она знает, что я люблю. Это мое солнце, это мой лучик долгожданный. Но я думаю, что такие проекты нужны. Спасибо вам всем огромное. Пожалуйста. Я красотка. Мы добились этого? Да, стала более уверенная в себе. Научилась разговаривать. Теперь цель — найти мужа. Я преобразилась. Я жду тебя.